Какими бывают ключевые результаты? Что такое сет ключевых результатов? И как Amazon использует их для получения миллиардного дохода? Об этом поговорим. Когда мы начинаем формулировать ключевые результаты при работе с OKR, то нужно выделить три основные категории. OKR могут быть действиями, инпутами, результатами, аутпутами и выгодами, ауткамами. Рассмотрим каждую из этих категорий и выясним, как они могут сработать на нас. Действия, проще говоря, это то, что вы можете контролировать напрямую. Это конкретные активности, которые вы пытаетесь предпринять для достижения цели. Начиная от открытия определенного количества магазинов, которые вы запускаете, до веб-сайта, который вы хотите перезапустить. Или даже просто от изменений веса деталей, которые вы изготавливаете на своем производстве. В OKR есть такое понятие, как веховая метрика. Это какой-то значимый этап реализации чего-то. Релиз или старт нового. Веховой метрикой как раз являются разновидности киарами действия. Например, выпустить новую версию продукта. Джеффу Безосу нравится управлять с помощью действий, потому что это то, что его команда руководителей может контролировать напрямую. В Amazon не формулируют ожидания результатов, такие как количество продаж. Они выставляют показатели действий, например, количество продуктов, представленные на полках, или как быстро они смогут доставить товар к вашей двери. В погоне за образом самой клиентоориентированной компании на планете они фокусируются на своих действиях, потому что это зависит только от них. В итоге выручка последует за этими действиями. С другой стороны, у нас есть и результаты, аутпуты. И это то, что вы получаете, это то, что выходит из системы. Задайте себе вопрос, мы делаем наши действия для чего? Что должно измениться? И вы получите, скорее всего, примеры таких OKR. Энди Гроув, отец OKR, рассматривал результаты как измерители для OKR. Потому что, когда вы четко указываете, какими должны быть результатами, они однозначно либо получатся, либо нет. Примеры таких OKR являются целевые показатели продаж, производительности или количество участников, пришедших на конференцию. В них заложен желаемый итог. Не возникает вопросов про то, к чему мы стремимся. Результаты не диктуют план действий, они позволяют вашей команде проявить творческий подход к тому, как они этого добьются. И это ключевой принцип OKR. В целом, OKR в виде результата обладают важной характеристикой. Они лишены субъективностью, и так вы отслеживаете, как продвигаетесь к поставленной цели. Иногда вы не знаете, какого численного значения можете добиться. Возможно, у вас возникает какой-то новый процесс, или вы в принципе стартап, у которого нет накопленной годами статистики. На помощь в таком случае придет такая разновидность KR-результатов, как базисные значения. Это ориентир, на который мы замахнулись. И даже не факт, что у вас получится к нему приблизиться. OKR создан как инструмент быстрого планирования. Вы задаете направление и сразу начинаете к нему бежать. По мере своего движения базисная метрика будет заменена целевым значением. Третий тип ключевых результатов – это выгоды. Ауткамы. Выгоды описывают то, что изменилось. Примеры таких ключевых результатов – уровень удовлетворенности клиента или количество людей, которые могут ходить после критической операции. Частота заказов клиентов. Их, как правило, сложнее всего написать. Они возвращают нас к вопросу, кто наш клиент и почему он нас выбирает, в чем наша миссия. В некотором смысле очень легко выбрать несколько действий, которые вы хотите выполнить, или результатов, которые хотите получить. Например, количество магазинов, которые вы хотите открыть, или целевые показатели выручки в этих магазинах. Но более сложный вопрос, сколько клиентов возвращается к нам постоянно, насколько они довольны, к какому результату ведет вся эта работа. Вы обнаружите, что такой ключевой результат может быть трудно измерим. Они могут потребовать нового процесса в нашей команде, или они могут потребовать, чтобы вы сфокусировались на взаимодействии нескольких команд, чтобы измерить то, что значимо для клиента. В конечном итоге вы заметите, что 2-5 ключевых результатов, которые вы выбрали, будут представлять из себя смесь действий, результатов и выгод. В зависимости от того, насколько конкретно вы хотите указать путь достижения своей команде, в той степени у вас и будут фигурировать действия. Правильные ключевые результаты определяют действия вашей команды, активности. И поэтому важно помнить, что действия, результаты и выгоды, которые мы выбрали для описания ключевых результатов, образуют гармоничный сет. Они описывают, как мы приходим к тому, что намереваемся сделать. Они не только рассказывают о прогрессе, которого мы добились за квартал, но также могут служить сигналами раннего предупреждения и инструментом, который действительно помогает нам управлять.
Далее мы разберемся в распространенных ошибках постановки ключевых результатов, а затем свяжем все воедино. Ну а если вы сомневаетесь, какая метрика у вас может быть представителем какой-либо из категорий, пишите нам в комментариях, и мы обязательно поможем.